4 марта в Хасавюрте на территории центрального рынка и по улице Махачкалинское шоссе были проведены рейдовые мероприятия по профилактике распространения насвая. Это уже предел. Что хотите делать, давайте видите пакет. У вас там пакет есть целый. Амиссия, отдай. Так. Амиссия, отдай. Только что рука вот сюда. Амиссия. Нет, она убрала целый пакет, другой пакет был у нее там. Так, дайте, пожалуйста. Вот. Давайте. Вот это что? Вот увеличивается. Вот. Вот оно. Вот. Это что такое? Участие в них приняли представители антинаркотической комиссии, администрации города, общественной палаты, сотрудники правоохранительных органов, молодежных общественных организаций, руководитель межрегионального общественного движения «Я помощник президента» в северной зоне Магомед Магомедов при непосредственном участии министра по делам молодежи Республики Дагестан Арсена Гаджиева. Несколько пакетов мы сегодня изъяли, наши рейды будут продолжаться. И в других городах, и мы на этих же точках через некоторое время опять мы проверим. Некоторые нам обещали не продавать, некоторые сегодня продавцы будут доставлены в РОВД города Хасавюрт для проведения профилактических индивидуальных бесед. Поэтому я думаю, что такая работа наша общая, молодежных организаций, она рано или поздно даст результат. Вот. Эта работа поставлена на системном уровне. Я благодарю всех молодых людей, которым не безразлична ситуация с наркопотреблением в нашей республике, и которые вносят свой вклад для того, чтобы наше поколение, подрастающее поколение было здоровым. От этого зависит будущее нашей республики. В ходе рейдового мероприятия активисты молодежных организаций проводили профилактические беседы с продавцами о вреде насвая и недопустимости его распространения. Всего по результатам контрольных закупок было составлено 5 протоколов об административном правонарушении, изъято насвая и других табакосодержащих веществ на сумму более 10 тысяч рублей. Вот здесь вот почти в каждом магазине торгуют вот, травы от наших детей. Вот этот стоит 250-300 рублей. И вот так называемый насвай. Вот. Почти в каждом магазине торгуют этими. И прекрасно они знают, чем торгуют. Неоднократно предупреждали, но однако все продолжают продавать. Многие не знают, что из чего это делают. Это делают из куриного помета. Просто стыдно даже говорить самому. По словам начальника отдела по делам молодежи и туризма администрации города Хасавюрт Айшат Атаевой, молодежь все более активно включается в процесс противодействия распространению подобных веществ, мотивируя это тем, что в их силах сделать такое явление, как употребление и уж тем более распространение подобных веществ общественно порицаемым. Нажила Абдуллаев, Зарема Хайбуллаева, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».